Invitatul meu de astăzi este multiplu campion mondial, dar și vicecampion olimpic. De fapt, în anul 1995 a obținut locul 2 la Cupa Mondială de la Milano. Cel mai bun rezultat al său a fost în 500. De fapt, invitatul ne spune. Bună dimineața, Oleg Moldovan. Ne spune dumneavoastră ce rezultate ați obținut și când. Știu că ați participat la mai multe olimpiade și ați venit cu rezultate frumoase acasă. Alături de dumneavoastră mai este și secretarul general al Federației de Tir, am zis mai devreme, vicepreședintele. Bine ați venit în studioul Dimineții Sportive. Vreau să vorbim despre acest sport care nu este foarte cunoscut în țara noastră sau este mai puțin practicat, dar de fapt, iată, avem și vicecampioni olimpici sport. Доброе утро, уважаемые телезрители. Хочу поблагодарить Молдову Спорт за то, что пригласила нас в эту студию. Хочу пожелать им удачи, хорошей работы и всего самого хорошего. Ну, наш вид спорта, вот то, что мне так хорошо представили. Я участвовал в 4 Олимпийских играх. Еще первые Олимпийские игры были по линии сборной команды Советского Союза. Вот, потом уже за независимую Молдову 96-й, 2000-й, 2004 год. Самое удачное для меня это участие в Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году. În 2000 ați venit acasă cu o medalie, medalia de argint. Держин, да. Așa, și acolo ați obținut acest premiu. Cum se ia? După viteză, după împușcătură, după țintă, ce ați făcut? Ce ați obținut acolo? Ce rezultat ați obținut? Adică... Ну, что повлияло на победу? Нет, повлияло, я вам скажу, качества? Знаете, как это повлияло, что на победу, на то. Ну, это долгие годы тренировок. Я тренировался до звания серебряной медали 22 года. Вот, тренировочного процесса. Повлияло, я вам скажу честно, что такое большое желание доказать себе и чтобы флаг Республики Молдова был поднят. Мне мама моей жены, она мне подарила перед выездом иконку такую, знаете, как я ее положил в карман на линии огня, когда стрелял финальную серию. И остался вот последний выстрел, до сих пор помню, я говорю, что, говорю, боженька, ну терпел 9 выстрелов, а у нас финал 10 выстрелов, это уже когда борьба за медали, финальная стрельба. Я говорю, терпел 9 выстрелов, потерпи последний. Когда последний выстрел попал в десятку, я был очень счастлив, очень доволен, потому что у меня не всегда получалась финальная серия на официальных соревнованиях. И вот этим выстрелом и я попал в десятку, занял серебряную медаль. И был очень горд, и мне было очень приятно, что флаг нашей страны был поднят, да, на флагшток. Потому что это первая медаль у нас вообще в нашем виде спорта, олимпийская медаль. Думаю, дай бог, что не последняя. Поэтому было, конечно, море впечатлений. La patru dintre competiții și la una ați venit cu un rezultat atât de frumos. Mai sunt și alți predecesori care au venit cu rezultate bune. Bun, știm că nu avem campioni olimpici, dar ce rezultate a mai obținut Moldova la acest sport? Nu. Acum sunteți antrenor. Nu, șase, da, și antrenorul lotului național al Republicii Moldova. Da. Elevii dumneavoastră, cu ce rezultate vă bucură? У моих спортсменов результаты. Ну, пока у меня, будем говорить так, не очень сильный результат. Ну, есть чемпионы республики, естественно, национального чемпионата. Вот мы сейчас участвовали в последние соревнования, то, что мы участвовали в чемпионате Европы, где наши спортсмены поехали бороться за квоты для участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Правда, не совсем успешное выступление было. Но там тоже были мои спортсмены, Ротари Екатерина, были спортсмены других тренировок как бы, в нашей республике. Результаты, как бы, надеялись, что будет лучше, конечно, но сказывается, у нас, к сожалению, очень был не выдержан международный календарь нашей федерации в предыдущие года. То есть мы не участвовали, в прошлом году не участвовали ни в одних официальных соревнованиях. Ну, это сказывается с финансированием. Вы сами знаете, что в стране как бы не совсем такое финансовое там, благосостояние, как бы нам хотелось бы. Вот. И единственное, что это я хотел бы обратиться с вашего телеканала к руководству Министерства спорта и молодежи, чтобы они
финансировали участие в соревнованиях. Это раньше было за счет государства, а сейчас это легло на плечи спортсменов. И 200 евро за участие в соревнованиях, это, конечно, не каждый спортсмен. Adică se achită taxe pentru participare, да, și plus, да, drumul și toate cheltuielile. Нет, drumuri de... дают. Drumuri, проживание, проезд дают. А вот участие, а бывает, что дорога и проживание 100 евро занимает, а участие в соревнованиях 200. Не каждый спортсмен, к сожалению, нашей федерации может это как потянуть, будем говорить так. Asta se întâmplă la toate federațiile? Nu, am putea să comentăm cum este în alte federații. Uitați așa, pentru o performanță foarte bună, deci este nevoie de plecări cât mai multe la competițiile internaționale, pentru un rezultat extraordinar, pentru calificarea la Olimpiadă, este necesar de minim un scor, minimum qualification score. Deci sportivii noștri acum plecând la Gheorghe, în Ungaria, campionatul Europei, am avut 4 care au îndeplinit punctajul minim și avem posibilitatea de a participa, doar că loc cotă nu am câștigat aici. Dacă vom câștiga, vom avea un wild card care ar te oferi Republicii Moldova, sigur, noi am avea reprezentantul nostru la Olimpiadă. Dar, timp de 4 ani, dacă am fi plecat la foarte multe competiții, cu siguranță opțiunile sunt altele și posibilitatea de a câștiga un loc cotă, bine meritat, ar crește. Tot ați întrebat de viteză. Este un factor și viteza cartușului, glontelui care zboară, viteza alicei, dar este foarte importantă calitatea armii care este, calitatea sportivului și maniera lui de pregătire. Și sportivii noștri, dacă tot am vorbit despre finanțe, despre federație, și să ne oprim un pic la acest capitol, după care vorbim și despre felurile de pușcă și despre competiții. Dar voiam să știu, sunt bine pregătiți sportivii noștri? Au toate cele necesare pentru a se pregăti de competiții sau cel puțin pentru antrenamente? Au terenuri sportive? Au locurile, da, unde se pot antrena și cu ce se antrena? Dacă îmi permiteți, da, într-adevăr, sportivii noștri sunt bine pregătiți. În țară arătăm un rezultat foarte bun. Doar că plecările în străinătate, când tu ești în rândul acelor mai buni sportivi internaționali, de exemplu 100-200 de sportivi și tu trebuie să arăți un rezultat foarte bun, este foarte complicat. Deci trebuie să ai devotament, trebuie să ai curaj și, bineînțeles, având o plecare... Dar curajul le lipsește sportivilor noștri? În țară noi toți suntem buni, arătăm un rezultat, avem acele baremuri, le îndeplinim pentru plecare la competiție. Dar sunt alții mai buni? Dar sunt alții mai buni, de ce? Pentru că normal plecăm, avem 2 ieșiri pe an sau 3 ieșiri pe an la competiții internaționale, cum ar fi Cupa Mondială, Campionatul European. Dar alți sportivi participă la 10 competiții internaționale și, bineînțeles, emoțiile, experiență, mai ales în tir, e adevărat, dar emoțiile pentru acest tip de sport, pentru tir, contează foarte mult. De asta Oleg spune că la ultimul foc, ultima decadă, când a tras-o, știa, deci și-a adus aminte absolut de tot ce i s-a zis și, bineînțeles, a încercat să compenseze, a încercat să câștige pentru că lupta se dă până pe ultimul foc. Oleg ar putea să vă spună mult, mai antrenorul Lotto, ar putea să vă spună mult mai mult de ce ține pregătirea sportivilor. Dar voiam să știu feluri de tir avem noi în țara noastră sau se practică. Există mai multe feluri din câte știu. Așa. Se ia după denumirea armei cu care se trage, știu că sunt cele cu farfurii, sunt cele în țintă. Ne mai spuneți dumneavoastră ce fel? Am văzut în reportaj. Trap shooting-ul, da, este sportul de talere, tirul de la talere, tragerea la talere. Este vorba de tirul care se face cu... El se practică și la noi de tragerea înțeles, în acele sigur, farfurii da, reprezentantul nostru a fost anul trecut la Baku, la jocurile de la Baku. Alexandru Băcău, da, domnul Alexandru Băcău. Și ne-a reprezentat, bineînțeles, cu succes. Nu a intrat în primii trei, dar ne-a reprezentat foarte bine. Dacă ne referim la proba de pușcă, proba de pistol, sunt distanțe de 10 metri, sunt distanțe de 25 de metri, 50 de metri, este vorba de proba de glonț, unde se trage cu cartușe care au viteză subsonică, este vorba de aer comprimat, viteza de deplasare a alicei, este de 170 de metri pe secundă. Armele sunt foarte grele, pistoalele sunt foarte bune, foarte performante, sunt arme la comandă, sunt arme care calibru 4,5 sau calibru 5,6, bine, sunt date tehnice, dar pentru noi asta contează foarte mult. Sunt cele mai bune de armă, nu sunt cele care le găsiți pe raft în magazin undeva în oraș. Sunt arme care sunt doar de la producători din Germania, cele mai bune de lume. Sunt arme cu declanșare electronică, ca exemplu, nu vreau să spun acum toate modelele care sunt, dar sunt cele mai bune de lume. Avem
avem așa arme, avem dotări, dar ar mai fi necesar într-adevăr, pentru că nu orice sportiv își poate permite așa o armă. Cei mai buni le au, dar pentru sportivii noi care dorim să inițiem în sportul ăsta, ar fi mai complicat să-și procure o armă care costă 2000 de euro, de exemplu. Totuși sunt destul de costisitoare. Da. Este un sport periculos tirul, pentru că spuneați acum despre cei care vreți să inițiați, dar despre copii. Vin și copii la antrenamente. În reportaj am văzut chiar și fete practică acest sport. Îmi pare un pic periculos. Sau este, nu este? Как считаешь, опасный вид спорта или нет? Нет, это не опасный вид спорта, потому что, тем более, считаю, что это наш вид спорта очень необходим. С нашими законами о разрешении оружия в свободном обращении, как бы, это очень необходим, тем более, особенно для молодежи, которая предстоит, для юношей, для боевиков, которые предстоит служба в армии, это очень важно. А для девочек... Как бы проходит подготовка. Да, да. А скажу, что наш вид спорта очень, по отношению к другим видам спорта, очень демократичный такой. У нас не нужно таких специальных каких-нибудь физических данных, показателей для нашего вида спорта. Что нужно? У нас только психика, будем говорить так, нервы. Потому что у нас каждый старт, вот Константин сам, мастер спорта, он сам участвовал на чемпионатах Европы, мира. У нас... Каждый выстрел – это мини-старт. Если, например, в легкой атлетике вы дали старт, побежали, то здесь у тебя получается 40-60 таких мини-забегов. И каждым забегом, что первым, что 60-м, что 39-м, ты можешь или стать чемпионом, или, извините, чемпионское звание проиграть. Вот, поэтому тут, ну я вам скажу, вот как у меня говорил еще в сборной команде СССР старший тренер Шамбуркин, вот такой очень знаменитый тренер в нашем виде спорта. Он говорил, в пулевой стрельбе остаются только жадные люди, которые хотят добиться и хотят. Потому что мотивация очень сильно влияет. Да, можно научить, как вот там и медведя ездит на велосипеде, да, и обезьянку научить стрелять, попадать в мишень. Но чтобы добиться спортсмен, чтобы спортсмен добивался высокого результата и сильного, он должен хотеть, и он должен за свое желание доказывать и бороться за него, за свое желание завоевания медали. К сожалению, понимаете, у нас вот что бывает, что мы вот в связи с тем, что мало международных соревнований официальных, у нас наши спортсмены ведущие, они чемпионы страны. А дальше они говорят, а я чемпион Республики Молдова, и мне как бы хватает. А есть же чемпионат Европы, чемпионат мира, Олимпийские игры. Там докажи, что ты там сильный. Очень есть хорошие ребята, особенно вот сейчас молодежь новая. Сейчас у нас получается, что идет смена поколения в нашей федерации, потому что, вот, к сожалению, эти Олимпийские игры, мы как бы подготовку чуть-чуть было сорвано, особенно в начальном этапе. Сейчас у нас в нашем виде спорта есть, ну как, не только в нашем, детские Олимпийские игры, где наш вид спорта представлен. Это не все виды спорта представлены в детских Олимпийских играх. Вот они будут у нас в 2018 году. И мы сейчас, наши тренера ведущие, они готовят молодежь уже к этим Олимпийским играм, потому что это будущие олимпийские чемпионы среди взрослых. Așa. Și dacă vor părinții să-și dea copiii la acest sport, la tirul sportiv, unde trebuie să se adreseze și dacă este gratuit, se face școală gratuită sau nu? Ну, а наш адрес, да? Наш адрес это у нас... Ну, есть школа или... Да, ну как не школа, сейчас школы у нас просто нет. У нас клуб, спортивные клубы. Спортивный клуб армии есть, это НИСТР 16 на телецентре. И полигон ЦСКА «Динамо» Николай Демо 30 на Рыжкановке. Я вот приглашаю всех родителей, чтобы пускай приводят, попробуют. Потому что это интересно. Будем ждать, будем рады вас видеть. Окажем посильную помощь. Вот. У нас на полигоне ЦСКА «Динамо», если взрослые, они должны знать, курсы по подготовке при себе для покупки оружия. Их надо обязательно пройти, они на нашем полигоне. Вот. Есть, мы оказываем, полигон «Динамо» оказывает услуги частным лицам. Федерация пулевой стрельбы сейчас тоже пытается оказывать по возможности научить людей стрелять, научить людей обращаться с оружием. Потому что это очень важно, его нельзя бояться, но его нужно оружие уважать. Потому что, как говорят, что даже палка раз в год стреляет. Есть такая старая российская, так советская пословица. Поэтому оружие бояться не надо, но нужно с ним быть на «вы», надо его уважать.
Așa, eu vă mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Vă mai așteptăm în studioul Dimineții Sportive. Din păcate, timpul nostru s-a încheiat. Vă mulțumim și dumneavoastră. Vă mai așteptăm. Да. И вот мы вас приглашаем тоже, вот ваша девушка Николета была, вот я приглашаю вас тоже, приходите к нам на стрельбище, научим стрелять, научим обращаться с оружием. Это довольно-таки не очень сложно. Вам усмехнулся.